На телеканале «Первый областной» продолжается проект «Личное дело». Его герои – представители разных профессий и призваний, рассказывают о себе, своих увлечениях, интересах, семье и многом другом. Участница очередного выпуска «Личного дела» – яркая, харизматичная, обаятельная Анна Новошинская. Наша героиня – творческая личность, талантливая певица, заведующая по воспитательной работе Орловского музыкального колледжа. «Живем мы что-то без азарта». Однообразно, как в строю. Не бойтесь бросить все на карту и жизнь перекроить свою. Какими были мы на старте, теперь не то. Исчезла прыть. Играйте на рисковой карте. Пытайтесь жизнь переменить. Программу с участием Анны Новошинской смотрите в понедельник, 19 августа в 20 часов на телеканале «Первый областной».